времени многих лет. Мы рушим стены привычных дней, оставив боль в душе своей. Thank you.
Да, эти все аплодисменты. До новых встреч. Это все аплодисменты группе «Второе дыхание». Браво, дорогие друзья, не стесняйтесь. Отлично. Купайте их в овациях. Ну, а мы продолжаем. Виталий. Мне очень понравилось. Ребят, вам понравилось? Да! Здорово. На сцене вот даже немножко жарко стало. Ну, жарко не только потому, что на сцене были замечательные артисты, но и жарко, потому что сегодня здесь любители рока, которые аплодируют, которые поддерживают наших участников. Виталий, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты узнал очень много о следующем коллективе и готов о нем рассказать. С радостью расскажу, друзья, мы повышаем планку. Каждая новая группа, все, конечно, очень опытные, с большим стажем. Вот группа «Второе дыхание» 6 лет. Следующая группа, которая выйдет на сцену, 7-й год уже. 7-й год уже ребята занимаются музыкой. И, Владимир, за эти 7 лет многое не успели. Ребята записали клип, альбом. Выступили в множестве вообще фестивалей и побеждали во многих. Но я уверен, действительно, профессионализма у следующего коллектива не занимать. Им, конечно же, нужна только ваша поддержка, дорогие друзья. Вот такая поддержка. Даже этой поддержки не удерживает техника. Но, тем не менее, благодаря вам сегодня на этой сцене у нас происходит полные метаморфозы. Мы дарим вам незабываемое настроение. И снова Макеевка на сцене, снова Макеевская группа. А вот интересно, здесь есть макеевчане? Конечно, есть. Вот, и они сегодня будут поддерживать свою команду, которая сейчас уже готовится к своему выступлению. И что же это за группа, Виталий? Ох, это группа Крэш! Давайте их встретим аплодисменты. Вот такая маленькая отбивочка группы Крэш. Вот они выходят на сцену под музыку. Можно еще раз что-нибудь такое ритмичное? Что вы разыгрались? Да, давайте поиграем. Вот, Виталий, ты говорил, что ты еще разбираешься в гитарах. А что же это за гитара? Бас-гитара где? Бас-гитара здесь, там. Вот я вот понимаю. Это вот гитара, ну... Гитара. Для меня это гитара, такая гитара, все более того. Оказывается, есть, друзья, бас-гитара, и сегодня она также будет звучать. Так. И еще, как звучать? Но это уже будет... слышим, как она звучит. Уже прошли первые настрои. Уже мурашки по коже. Ты знаешь, Виталий, я всегда завидовал тому человеку, который сидит за этими барабанами, понимаешь? Самое главное здесь, я даже осмелюсь сюда подняться. Ты хочешь побарабанить? Ты что, если я буду барабанить, сейчас разойдутся все. Я просто хочу осмелиться посмотреть на эту кучу барабанов, понимаешь? Как человек управляет этим большими всякими штуками, это очень интересно. Да-да-да, я вот знаю, что помимо того, что палочками, еще и ногами, еще там педальки есть. А, то есть вот, тут, оказывается, есть педаль. Давайте, все конечности у барабанщика работают. И вот он, барабан зазвучал. Значит, барабанщик уже в строю, это хорошо. Так, дальше у нас тоже готовится еще. Ну-ка, гитара у нас уже подключается, сейчас мы услышим. Ты знаешь, я был сейчас там, где находятся барабаны. Это непередаваемое чувство, классная атмосфера. Действительно, управлять барабанами не так просто. Тут работают руки и ноги. Я думал, что там есть две педали, а оказывается, там всего лишь одна. Вот многие шутят, что вот барабанщикам легко, у них там нет нот. Гораздо сложнее, там столько этих тарелок. Еще и педальки есть, и я думаю, это очень не просто. Педальки, а педали. Я уже проверил. Там всего лишь одна педаль, которая также активно работает. А сейчас ребята уже подготавливаются к своему выступлению. А мы, дорогие друзья, подготовим аплодисменты. Громкие. Макеевка, ну-ка громче. Донецк, Макеевка. Такие города, друзья. Да. Всегда мы вместе. Еще, друзья, громче аплодисменты, ребята, подготовились. Так. Такая вот технический разогрев, чтобы дальше вас порадовать классной, красивой, профессиональной музыкой. Вот. Это еще только разогрев, а уже, согласитесь, звучит неплохо, да? Уже такой вокал. Смотри, сколько людей к нам уже подошло за то время, пока ребята разогреваются. Я уверен, что эта группа...
спася популярность. Я зря ты говорил о их первом клипе. Но мы сейчас узнаем все это и услышим, дорогие друзья. Так. О, пошло, пошло. Это сейчас барабаны пошли в кураж. Барабанщик просто вошел в кураж, он сейчас разогревается, понимаете? Тут происходит нечто. Вот мне интересно, что сейчас будет здесь. А кто поделится, вот что это за штука?